Один из самых актуальных вопросов сегодня – профилактика коронавирусной инфекции. В районе продолжаются мероприятия по сдерживанию ее распространения. С этого вопроса началась сегодняшняя планерка с ответственными работниками администрации района и глав сельских поселений. Провел ее глава администрации Заур Хамирзов. В докладе начальника отдела по делам ГУЧС прозвучало, что в районе наблюдается стабильный рост заболеваний. На сегодняшний день коронавирусной инфекции на территории района болеет 15 человек. Значит, на прошлый понедельник эта цифра составляла 10 человек. Значит, рост за неделю у нас составил 5 человек. 15 человек, 5 находятся на стационарном лечении, 10 человек находятся на амбулаторном лечении. На сегодняшний день число провакцинировавшихся в районе составляет 3194 человека. Важно провести прививочную кампанию в сжатые сроки, отметил Заур Хамирзов. На совещании были рассмотрены темы реализации нацпроектов и программ благоустройства, достижения показателей по эффективности работы органов местного самоуправления. Особое внимание глава района поручил уделить мониторингу уровня воды в реках. Планерное совещание завершилось вручением главному специалисту общего отдела администрации района Сусане Бегеретовой благодарности за активное участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.